I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Эти истории похожи на сценарий какого-нибудь триллера, однако все происходило в реальной жизни с реальными людьми. 9-летняя девочка издевалась над приемными родителями несколько лет, пока не раскрылась правда. Она совсем не та, за кого себя выдавала. Хитрая сектантка с редким генетическим недугом притворялась ребенком, чтобы добиться усыновления. Наталья Грейс и Барбара Скрлова долгие годы обманывали общество, причиняя боль и страдания тем, кто им доверял. Что заставило взрослых женщин выдавать себя за детей? Проблемы с психикой или меркантильный интерес? Наташа. О прошлом Натальи Грейс известно немного. Согласно свидетельству о рождении, родилась она 4 сентября 2003 года в украинском Николаеве. Биологическая мать отказалась от нее, по всей видимости, из-за состояния ребенка. У Натальи диагностировали спондилоэпифизарную дисплазию – редкое врожденное заболевание, при котором из-за мутации одного из генов нарушаются процессы роста костной ткани. Страдающие этим недугом имеют низкий рост, зачастую с деформированным позвоночником и грудной клеткой. Лечения не существует, врачи лишь могут попытаться уменьшить деформацию скелета и облегчить симптомы сопутствующих пороков развития. Девочка переехала в США в 2008-м благодаря удочерившей ее семье, которая вскоре отказалась от ребенка-инвалида. Сведений об этом этапе жизни Наташи практически нет. Известно, что жила она с первой семьей во Флориде, и что причиной отказа стало то, что новые родители не смогли совладать с суровым характером ребенка. Но агентство по усыновлениям не бросило Наташу на произвол судьбы и подыскивало ей новый дом. Семья Барнетт идеально подходила на роль родителей для сложного ребенка. Майкл и Кристин отличались ангельским терпением и упорством. Они боролись с трудностями даже там, где опускали руки врачи. Майкл и Кристин Барнетт. Семья Барнетт считалась образцовой. Они только что купили дом в центральной части штата Индиана, на банковском счету находились сотни тысяч долларов. Кроме того, Кристин и Майкл воспитывали троих сыновей, один из которых родился с аутическими отклонениями. Специалисты утверждали, что ребенок никогда не сможет социализироваться и не начнет говорить, но мать взяла реабилитацию мальчика в свои руки и добилась невозможного. За несколько лет сделала из него вундеркинда. Благодаря усердному труду родителей, Джейк уже в 10 лет опубликовал свою научную статью. Сейчас он изучает физику в престижном колледже. Несмотря на то, что ему всего 15, многие его считают гением, а родители смело заявляют, что их сын – гордость семьи. 26 апреля 2010 года Барнетты удочерили Наталью Грейс. Сделали они это через специализированное агентство в штате Флорида. Там сообщили: «У девочки дворфизм, у вас есть 24 часа на оформление бумаг, иначе она отправится к платным приемным родителям или в семейный детский дом», – рассказывал Майкл Барнетт. «Мы удочерили Наталью, потому что хотели помочь кому-то, кто мог никогда больше не быть любимым». Барнеттам сообщили, что перед этим от ребенка отказались предыдущие приемные родители, но якобы причины данного решения так до конца и не ясны. Сотрудники агентства лишь говорили что-то про сложный характер девочки. Никто даже не сомневался, что Барнетты справятся с воспитанием Наташи и передали им отказного ребенка. На тот момент девочка жила в Америке уже 2 года. У нее было только свидетельство о рождении на ее родном языке, и она очень нуждалась в новом доме. Так Наташа из Украины стала 4-м ребенком в успешной семье. Подозрения оправдались. Здравствуйте, все, кто смотрит. Привет. Привет. Счастливые родители привезли девочку в свой дом и сразу заметили что-то неладное. В первый же вечер, когда Кристин решила искупать свою новоиспеченную дочь,
Она с удивлением обратила внимание на ее густые волосы в паху. Кроме того, Кристин заметила, что Наталья совсем не интересовалась куклами, зато охотно проводила время с девочками подросткового возраста. Время от времени она также использовала сложные слова, которые обычно не свойственны детям в таком возрасте. Она была хитрой, умело манипулировала людьми и постоянно врала о своем прошлом. Чуть позже обнаружилось, что Наташа виртуозно скрывает от всех признаки полового созревания, которых просто не может быть у ребенка ее возраста. Родители находили в мусорных пакетах окровавленное нижнее белье и джинсы, которые Наталья пыталась спрятать. Наталья была женщиной, у нее были месячные, у нее были взрослые зубы, она не выросла ни на дюйм, и даже дети с дворфизмом должны расти, говорила Кристин Барнетт. Родители утверждали, что оказавшись в одной компании со своей ровесницей, страдающей тем же заболеванием, Наталья выглядела гораздо более физически развитой. Их пугал даже ее английский без акцента. Взволнованные Кристин и Майкл решили обратиться к врачу. Он, в свою очередь, предложил обеспокоенным родителям провести анализ костей Наташи и по их плотности определить точный возраст. И результат действительно оказался впечатляющим. Приемной дочери не меньше 14. Врач Эндрю Макларен, наблюдавший девочку с 2010 по 2012 год, уверен, что она была старше, чем указано в свидетельстве о рождении. Но даже после такой новости семья Барнетт не отвернулась от нее. Даже наоборот, Майкл и Кристин купили ей более взрослую одежду и заменили игрушки на девчачьи аксессуары. Но ужаснее всего, по версии родителей, было поведение приемной дочери. Позже они поняли, что приютили настоящего монстра и рассказали множество пугающих историй. Так Кристин утверждала, что дочь пыталась опрокинуть ее на электрический забор под напряжением. Это был первый раз, когда Наташу назвали опасной для общества. 3 года семья Барнеттов боялась за свою жизнь. Дочь, не скрывая, добавляла родителям в кофе различные отбеливатели и ядохимикаты. Однажды Майкл решил прямо спросить дочь, зачем она это делает. В ответ услышал предельно искреннее «пытаюсь тебя отравить». Помимо всего прочего, неоднократно Наталья приходила ночью в комнату родителей и стояла над ними с кухонным ножом в руках. Один из приемных братьев Натали, Джейкоб, говорил: «Я не чувствовал себя в безопасности рядом с ней, она меня пугала». В какой-то момент Наталью Грейс даже поместили в специальную лечебницу – Центр психического здоровья молодежи больницы Пейтон Мэннинг. Там специалисты поставили приемной дочери Барнеттов диагноз «социопатия». Наталья придумывала различные красочные истории о том, как убьет свою семью. И даже рисовала иллюстрации, в которых закапывала Кристин и Майкла на заднем дворе их дома. При этом, по словам медперсонала, странная пациентка не выражала никаких эмоций. По словам сотрудников клиники, которые цитируются в документальном сериале «Загадочный случай Натальи Грейс», она допускала неуместные замечания сексуального характера по отношению к находившимся в больнице мужчинам. Опасное расстройство. Социопат – это человек с антисоциальным или диссоциальным расстройством личности. Он игнорирует общепринятые нормы морали и поведения в обществе. Ради собственной выгоды лжет и манипулирует другими людьми, производя впечатление расчетливого, эгоистичного и агрессивного. Некоторые врачи разделяют социопатов на типы. Латентный социопат – такой человек нормально ведет себя в обществе, не доставляя никому проблем. Он не руководствуется соображениями морали, но повинуется какому-то авторитету или доктрине. Активный социопат также способен надеть на себя маску добропорядочности, если ему это выгодно, но в отличие от первого типа, вне досягаемости законов и правосудия, он не сдерживает себя и делает все, что вздумается. Основные признаки, по которым можно вычислить социопата – желание любой ценой получить то, что хочется. О таких людях говорят, что они идут по головам. Их не останавливают ни угрызения совести, ни подсказки интеллекта вроде «если я это сделаю, мне влетит». Социопат всегда делает то, что ему хочется, невзирая на последствия. Отсутствие эмпатии и сострадания. Эмоциональная палитра их ограничена, они не испытывают сочувствия к другим и не способны переживать глубокие, искренние эмоции радости, счастья, восхищения, хотя для достижения своих целей могут их имитировать, например, демонстрировать чувства словами и мимикой.
проявляемые с детства дурные наклонности, исключение из школы за плохие поступки, воровство, постоянное попадание в неприятности. При этом создается впечатление, что на это поведение невозможно повлиять. Социопат повторяет его снова и снова с другими людьми и в другом окружении. Из девушки в женщину. Родители пытались получить официальное заключение врачей насчет физического возраста дочери, однако результаты были противоречивыми. Одни специалисты подтверждали, что перед ним ребенок в той же больнице Пейтон Мэннинг, другие же заявляли, что Наталья взрослая. Наверняка путаница была связана, кроме прочего, с особенностями ее развития. Врачам было сложно оценить, какому реальному возрасту соответствует человек со спондилоэпифизарной дисплазией, просто потому, что такие пациенты встречаются очень редко. Тем не менее, в 2012 году Барнетты обратились в суд по делам о наследстве и, заручившись помощью опытного адвоката Мишель Джексон, добились пересмотра возраста Наташи. На положительное решение суда повлияли показания стоматолога и психолога, а также задокументированные наблюдения семейного врача Макларена. Суд постановил изменить дату ее рождения на 4 сентября 1989 года. Так, Наталья в один момент повзрослела сразу на 14 лет. 9-летний ребенок в одночасье стал 23-летней женщиной. По всей видимости, это было необходимо приемным родителям, чтобы официально снять с себя ответственность за судьбу Натальи, судя по тому, что произошло дальше. Вскоре Барнетты снимают для приемной дочери небольшую комнату в не самом благополучном районе Лафайета, еще одного города в Индиане, но не того, где Наталья жила с родителями прежде. Подальше. Девушку перевозят туда и фактически оставляют жить самостоятельно, ведь отныне, согласно всем документам, она считается полностью совершеннолетним человеком. Барнетты оплачивали квартиру и услуги приходящей сиделки без малого год. Однако уже самостоятельной Наталье все равно было сложно обслуживать себя. Согласно свидетельствам соседей, ей тяжело было подняться по лестнице к квартире, она не доставала до кухонной столешницы, не могла готовить себе пищу и питалась готовыми пиццами, лапшой быстрого приготовления и бутербродами с арахисовым маслом. Кто из них врет? В 2014 году историей Натальи заинтересовались правоохранители. К этому моменту Барнетты переехали в Канаду, где один из их сыновей, тот самый с расстройством аутического спектра, в 15 лет поступил в колледж провинции Онтарио на специальность «Теоретическая физика». Наташа осталась одна в чужом городе, где у нее не было даже знакомых. Так как она считалась взрослой женщиной, ей полагалось учиться не в обычной, а в специальной школе для взрослых. Она также подружилась с соседями, которые часто помогали девушке-инвалиду, не имеющей средств к существованию. Майкл и Кристин не только не высылали приемной дочери деньги, но даже не звонили узнать, как у нее дела. За квартиру приемные родители платить тоже в какой-то момент перестали. Наталье отключили инженерные коммуникации. Девушка перестала ходить в школу. В связи с этим в 2014 году директор учебного заведения обратился в полицию с заявлением о пропаже Наташи. Стражам порядка удалось быстро ее отыскать и опросить. Вслед за этим, по отношению к приемной семье, которая оставила инвалида на произвол судьбы, было возбуждено дело о пренебрежении родительскими обязанностями. Детективы были убеждены, что вся история с дочерью, оказавшейся взрослой женщиной, была выдумана Барнеттами, чтобы избавиться от приемного ребенка, воспитание которого оказалось для них слишком сложной задачей. Обвинить в оставлении ребенка в опасности они не могли, ведь юридически Наталья считалась совершеннолетним человеком согласно решению суда. Однако приемных родителей попытались привлечь к ответственности за плохое обращение с человеком, который от них зависел. Пусть формально Наталья была взрослой, однако из-за своего заболевания она не могла жить самостоятельно. В США это серьезное преступление, которое карается продолжительными тюремными сроками. Майкл Барнетт добровольно сдался полиции и, внеся залог, сразу вышел на свободу. А вот его супруга не подчинилась требованиям властей явиться и до сих пор пребывает с сыновьями где-то в Канаде. Журналистам удалось пообщаться с Кристин, и та рассказала, что понятия не имела, что находится в розыске, пока ей не начали звонить представители СМИ. Кристин Барнетт до сих пор убеждена, что ее семья стала жертвой хитрой украинской аферистки, которая выдавала себя за ребенка. Спустя пару месяцев после явки с повинной, ее муж Майкл изменил свои первоначальные показания
и стал тоже уверять следователей, что был обманут коварной Наташей. Женщина по имени Анна Владимировна Гава, которая утверждала, что является биологической матерью Наташи, подтверждает, что оригинальное свидетельство о рождении Натальи в 2003 году, а не в 1989, настоящее. В своем интервью Анна заявила, что ее вынудили отказаться от Натальи 16 лет назад, когда девочка была младенцем. Первая приемная американская семья Наташи говорит, что у них и мысли не было, что девочка взрослая, а Барнетты пытались заставить подтвердить их теорию об агрессивной авантюристке. В 2019 году Наталья Грейс появилась в популярном телешоу, где заявила, что ей сейчас 16 лет. Согласно новым документам, ей должно было быть уже 30. А все обвинения в антисоциальном поведении – ложь. Сами Барнетты к этому времени уже успели развестись, причем со скандалом. Майкл, а потом и один из его сыновей, Джейкоб, в своих интервью принялись все прозрачнее намекать, что Кристин Барнетт плохо обращалась с девочкой. Как выяснилось, в попытке заставить ее признаться в своем настоящем возрасте – Наталью запирали в шкафу и выгоняли на улицу. В конце концов, Майкл открыто заявил, что его бывшая жена била дочь, но при этом по-прежнему утверждал, что та была взрослой и угрожала им насилием. Осенью 2022 года суд присяжных признал Майкла невиновным в плохом обращении с зависимым от него человеком. Аналогичные слушания для Кристин, которые должны были состояться в феврале текущего года, и вовсе отменили со снятием всех обвинений. При этом, несмотря на десятки статей, интервью, телевизионных сюжетов и даже документальный сериал, окончательной ясности в деле Натальи Грейс Барнетт так и не появилось. Решение об изменении даты рождения на 1989 год осталось в силе, то есть юридически Наталье сейчас 33. При этом ее адвокаты утверждают, что в их распоряжении не только свидетельство о рождении, но и все медицинские заключения, документы из агентства по поиску приемных семей, даже официальное заявление биологической матери, подтверждающее, что Наталье в этом году исполнится только лишь 20 лет. Как у Бога за пазухой. Предприимчивая Наталья быстро обзавелась новой семьей. Для этого ей даже не понадобилось покидать пределы штата Индиана, где раньше проживали Барнетты. Сироту пригрели 39-летний пастор Антон Манс и его 39-летняя жена Синтия. Наташа стала их шестым ребенком, если слово «ребенок» здесь уместно. Тем не менее, видимо, они прониклись к ней сочувствием и приютили. Нынешняя семья заявляет, что девушка – настоящий любящий человек, а не взрослый социопат, маскирующийся под ребенка. Религиозное семейство рассказывает журналистам, что понимает, что из себя представляет Натали, и преспокойно разрешает ей играть со своими детьми. При этом она по-прежнему одевается как маленькая девочка в розовые платья и футболки с героями мультфильмов. На всех фотографиях в социальных сетях новых родителей Наташа радостно улыбается. По ее счастливому и беззаботному виду даже не скажешь, что она добавляла отраву приемным родителям в кофе и рисовала картинки с мертвыми членами семьи. Возможно, Антон и Синтия действительно верят, что сумеют с помощью религии и любви справиться с Наташей. Или же они адреналиновые наркоманы и жить не могут без риска. Иначе их желание связаться с Наташей после того, как они узнали темные тайны ее прошлого, объяснить невозможно. Впрочем, пугающего поведения ребенок в новой семье не демонстрирует. Или это остается тайной семьи священника. Барбара Скрлова. Еще один подобный случай произошел в Чехии. Там под влиянием якобы затравленного в приюте подростка попала примерная мать двоих детей. В 2007 году в небольшом чешском городке Куриме в одном из частных домов проживала дружная семья. Еще молодая женщина Клара Мауерова с сестрой Катериной и двумя сыновьями – 8-летним Андреем и 10-летним Якубом. Клара страдала вялотекущей формой шизофрении, которая проявлялась в ее стремлении выполнить какую-то миссию, посланную свыше. Именно это обстоятельство и послужило причиной развода Клары с мужем. Однако, несмотря на диагноз, Мауерова была отличной матерью и со всей ответственностью заботилась о своих детях до знакомства с Барбарой. У ее младшей семьи, Катерины Мауеровой, тоже были некоторые признаки психического расстройства. Но врачи говорили, что это из-за долгого времени, проведенного с нездоровой сестрой. Женщины ежедневно говорили о том, что будут делать, когда придет время. Желание Клары быть полезной
и стала причиной того, что она взяла на воспитание 13-летнюю девочку Анику, которая якобы сбежала из детского приюта из-за того, что там к ней плохо относились. На самом деле, их встреча была не случайной. Ее спланировала и организовала Аника. А точнее, гражданка Чехии Барбара, в некоторых источниках Барбара Скрлова. И было ей на тот момент 33 года. Она страдала гипопитуитаризмом, расстройством, из-за которого женщина не развивалась физически и выглядела как ребенок. Барбара ощутила свою болезнь еще когда была совсем маленькая и использовала это в своих целях. Большую часть своей взрослой жизни она выдавала себя за девочку, обманывала десятки людей, чтобы они усыновили ее, и искусно манипулировала, чтобы ее не судили за обман. Клара поверила слезливой истории, пустила к себе в дом и даже планировала удочерить девочку. Она стала тянуть из жалостливой Муйеровой деньги, ссылаясь на то, что очень больна и нуждается в постоянной, дорогостоящей медицинской помощи. Барбара состояла в секте «Движение Грааля», проповедовавшей идеи добра. Эта группа следовала учению мистика 19 века из Германии. В какой-то момент Барбара начала склонять Клару и Катерину присоединиться к группе. В нее входили еще трое мужчин – Ян Скарла и Ян Турек, а также лидер-основатель Доктор, отец Барбары. Все вели друг с другом переписки через телефон и обсуждали то, что они должны творить добро и познать Бога. Однако, чтобы выполнять данную миссию, члены секты должны были очиститься, передав свои грехи мученикам. Для этого они практиковали насилие и даже каннибализм. В какой-то момент Барбара стала убеждать свою благодетельницу, что ее сыновья очень плохо себя ведут, замышляют ужасное, а потому должны быть наказаны. Впечатлительную женщину убедить оказалось весьма просто, и некогда заботливая мать превратилась в настоящего монстра. В подвале она оборудовала клетку, куда заперла несчастных ребят. Якуб и Андрей были лишены одежды и привязаны к прутьям клетки. Детей постоянно избивали, кололи вилками и прижигали сигареты. Их морили голодом, не давали воды, заставляли съедать собственный кал и рвотные массы. Если кто-то из них падал, его били электрическим током. Все члены секты получали наслаждение от страданий мальчиков. Позже, побоявшись, что дети могут умереть с голоду, Барбара вспомнила любимую сказку «Гензель и Гретель». Она убедила сестер, что мальчишек надо откормить, чтобы постепенно съесть их. После этого мать срезала с детей куски кожи и мяса, и они ели их в сыром виде. Счастливая случайность. Для контроля за мальчиками в подвале установили радионяню. Страдания детей продолжались 8 месяцев, и весь этот кошмар закончился очень неожиданно. У соседа недавно появился ребенок, и он купил для малыша радионяню. Та случайно перехватила сигнал из дома Мауеровой. Таким образом, правда вскрылась. По одной из версий, несмотря на моментальную помощь, младший ребенок не выжил. Малыш был слишком измучен и истощен. Старшего удалось спасти, он смог вернуться к нормальной жизни. По другой, оба мальчика живы, их скрыли от общественности, сменив имена. Мать жертв и ее сестру Катерину арестовали. Анечка же заявила полицейским, что ничего о злодеяниях своей новой мамы она не знала. Однако в ходе расследования правда вскрылась быстро. Барбара искала приемную семью и раньше, но потенциальные родители оказались с более устойчивой психикой, быстро раскусили манипуляции и добились принудительного помещения Скрловой в психиатрическую лечебницу. На время расследования девочку-подростка отправили в приют, откуда она вскоре сбежала, и пыталась прижиться в очередной семье под видом мальчика Адама. Для того, чтобы ее поймать и разоблачить, понадобились месяцы. Как Барбара стала Адамом? К тому времени, когда чешская полиция обнаружила, что Аника была не той, за кого себя выдавала, Барбара, также известная как чешка Эстер, уже покинула страну. Пара, связанная с сектой, помогла ей, позволив использовать паспорт их сына, 13-летнего Адама, чтобы въехать в Данию, а затем в Норвегию. Они же записали Барбару в школу недалеко от Осло. За подростка взрослая женщина смогла выдать себя, побрив голову и втянув грудь.
Теперь Барбара поправилась, начала носить мешковатую одежду и выдавать себя за мальчика-сироту Адама. С этой историей женщина и заявилась в приют в Осло. Лишних вопросов там не задали. И этого паренька приняли в приют. Вскоре даже появились потенциальные усыновители, бездетные супруги. После переезда к ним Адам начал ходить в школу. Морочить голову учителям, представителям надзорных органов и полицейским удавалось несколько месяцев. Но подозрения все-таки появились, поскольку парень вел себя уж слишком странно. Из Крылова снова решила бежать. Фото якобы пропавшего подростка расклеили по всей Норвегии. Беглянку задержали. У нее был целый букет болезней, раздвоение личности, садистские наклонности, шизофренические черты. Клара и Катерина даже не сразу поверили, что все это время Барбара была взрослым человеком. Клара призналась, что духовные лидеры секты промыли ей мозги, и она только сейчас осознает весь тот ужас, который совершила со своими детьми. В 2009 году высший суд Аламоуца приговорил Клару к 9 годам заключения. Ее сестра Катерина села на 10 лет, а вот Барбара получила срок только за подстрекательство к пыткам – 5 лет. Как и любой европейский суд, в данном деле учитывались все факты в поведении преступников – раскаяние, диагнозы, неосознанные действия из-за влияния болезней и манипуляций сектантов. Поэтому сроки преступникам были не столь удовлетворительны для шокированной этой историей общественности Чешской Республики. В 2011 году Барбара подала прошение на УДО, сославшись на болезнь, а также заявив, что ею манипулировал глава секты, доктор. Ее духовные братья, кстати, тоже получили от 5 до 7 лет. Суд принял прошение Барбары, и она вышла за хорошее поведение по УДО на год раньше, 11 февраля 2012 года, сменив имя и покинув страну. Ее следы после выхода из-за решетки затерялись, и сейчас неизвестно, где она и жива ли вообще. Впрочем, нельзя исключать, что дама, учтя свои прошлые ошибки и промахи, затерлась в доверие к какой-нибудь семье и живет припеваючи. Все фигуранты этого дела также уже вышли из мест лишения свободы, сменили данные и скрылись от глаз журналистов. «Дитя тьмы». С таким названием в 2009 году в прокат вышел фильм. По его сюжету, 33-летняя эстонка притворяется 13-летней девочкой, которую усыновляет молодая семья. После чего жизнь супругов становится все мрачнее и мрачнее. Больше всего пугает тот факт, что это не просто очередная голливудская страшилка. Это реальные истории жизни Барбары Скрловой и Натальи Грейс. Кем они являются на самом деле? Взрослыми женщинами с больной психикой? Или же это изощренные аферистки, которые ради своей выгоды готовы на все? А может быть и то, и другое? Если в случае с Барбарой Скрловой удалось доказать, что она вовсе не является ребенком, то вопрос по ситуации с Натальей Грейс остается открытым по сей день. Дорогие подписчики и гости канала, а как вы думаете, была ли Наталья взрослой на момент удочерения, или же ее оговорила приемная мать? Действительно ли у Барбары Скрловой были проблемы с психикой? Достаточно ли суровым оказался приговор для матери, истязавшей своих детей? Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.